Мы со всем справимся. Обещаю. А теперь отдохни. Тебе помочь? Хотела бы сказать, сами справимся. Но сомневаюсь, что хоть одному собирателю не везло больше, чем нам. Собиратели. Вы из команды Керофа? Да. Не знала, что мы так известны. Вы пришли сюда сделать броню. Судя по всему, не все пошло по плану. Не то слово. Когда мы нашли детали бронеката, я подумала, что все идет отлично. Поднялась буря. Смела наше снаряжение и загнала нас в лагерь разъяренных Тенакт. Мы сбежали. И когда буря утихла, мы оказались здесь лишь с половиной еды. И мы уязвимы перед машинами и перед Тенакт. Кажется, вам нужна помощь. Я Элой. Рунда. Я не прошу помочь просто так. Давай, я найму тебя, и ты добудешь, что нужно. Составим контракты. Тебе не обязательно... Иначе я не смогу считать себя собирателем. Отказа я не приму. Ты сказала, что вам нужна еда. Мы потеряли часть еды, сбегая от Тенакт. Только лишь Сикач смог бы унюхать ее под всем этим песком. Неплохая мысль. Я этим займусь. Рада слышать. Гея сказала, я найду Посейдона здесь, но климат не пощадил местные постройки. Правда, руины засыпаны песком. Может, Посейдон под землей? Если это так, мне нужно поискать спуск вниз в одной из построек. Теперь проверим, сможешь ли ты помочь мне найти пайки Ронды. Сикач поможет мне найти пайки Рунды. Нужно отвести его к указанным в контракте точкам. Где-то здесь. Думаю, Сикач сможет выкопать контейнеры. Слезу с него, и пусть займется делом. Проверим мою удачу. Что-то учуял, да? Приятель, что тут у нас?
пайки. Их едва хватит на нескольких человек. Нужно проверить остальные места, попробовать найти еще. Порядок. Ищите, сколько влезет. Сказано, что часть пайков может их использовать. Мятежно. Сначала придется разобраться с ними. Что-то нашел? Выглядит многообещающе. Что там у нас? Еще пайки. Все еще маловато для всей команды. В последнем указанном в контракте месте могут быть еще. Ладно, приятель, дело за тобой. Кажется, он что-то заметил. Он что-то нашел. Спасибо за помощь, приятель. Да. Похоже, большая часть пайков Рунды здесь. Нужно вернуть их ей как можно быстрее.
И я нашла припасы. Это поможет вселить надежду в моих людей. Спасибо. О, кстати, твоя оплата. Спасибо. Спасибо, что помогаешь нам. И удачи тебе.